Орлеан – столица французского департамента Луары. В 52 году до нашей эры город был разрушен Цезарем, а затем был восстановлен императором Аврелианом. В честь него с 5 века город стал называться Аврелианом. А так как по-французски буквы сочетания А и Ю читаются как О, то со временем в разговорной речи Аврелианом стал произноситься как Орлеан. Поэтому ее имя возникает в любых маломальски заслуживающих внимания местах.